Всем огромный привет! Мы сейчас находимся в Ростове. Всем привет! Посмотрите, какой магазин у нас открылся. Гипермаркет обуви Кари. Огромный магазин. Мы давно не были в Горизонте. Да. Мне так нравится этот кафе. Рядом с торговым центром Горизонт. Сейчас мы пойдем в Кари, посмотрим. Гипермаркет просто огромнейший. А тут впервые Кари. Ну да. Мы еще не видели. Это новый магазин. Гипермаркет Кари. Он тут основной, большой такой. Угу. Сейчас посмотрим. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши новые видосики. Ну все, пойдемте. Посмотрим. Здание просто громадное. Ничего себе! Вот мы зашли. Да, это двухэтажный какой гипермаркет. Товары для детей на втором этаже. А здесь обувь для взрослых. Ничего себе. Даже машинки есть в продаже. Угу. На втором этаже Кари Кидс. Просто супер. Это зимняя одежда. Вот такой огромный магазин открылся. Как здесь красиво, смотрите. Угу. Замечательный магазин. Нужно будет еще на второй этаж сходить посмотреть. Новинки, да. Ну все, сейчас посмотрим обувь. Да. Какие же новиночки появились в этом магазине. Всем приятного просмотра. Ну все, будем смотреть. Мы поехали наверх. Здесь Кари Кидс и мужская обувь. Аккуратненько. Я успела. Мужская. Ничего себе. Здесь, конечно, классно. Смотрите, сколько всего. Я впервые такую вижу. Да? Нравится тебе? Да. Это вот такой огромный магазин Кари Кидс. Смотрите, какие машинки. Просто супер. Смотрите, как классно. Сколько детской одежды, обувь, игрушки. Просто супер. Классный магазин. Мне нравится. Если кто хочет, мы можем сделать обзоры и в Кари Кидс. За это вам нужно поставить лайкосик. Вот такой огромный. Смотрите, какие курточки. 2,799. Это получается с одной стороны Кари Кидс, а с левой стороны мужская обувь. Игрушки. Эта сторона для мальчиков, эта сторона девочек. Прикольно. Смотрите, есть даже одежда для малышей. Да. Акулы. Смотри, такие в Икее. Что? Такие в Икее еще были акулы, помнишь? А почем они? Давай посмотрим. Я акула. Сколько такая акула стоит? Не вижу, я не пойму. Не нахожу ценника. Угу. А для мальчиков черные акулы, а для девочек розовые. Еще
Домик. Домик раскраска 1199. Товары для малышей. Автокресла, столики, коляски. Вот такой Кари Кидс. Это одежда для мальчиков. Угу. Классно. Ну, это уже пошла обувь. Так что теперь будем сюда приезжать, да, сынок? Ну да, будем приезжать. Да, делать обзорчики. Это Ростов-на-Дону. Рядом с торговым центром «Горизонт». Ой, какие милые ботиночки для малышей. Какой лучше Кари? В Мегаманге или тут, в «Горизонте»? Ну, мне все Кари нравятся. Все Кари нравятся? Да. Посмотри, какие ботинки. 1499 на малыша. Уже прям как у мужчины. Мужские. Как у взрослого мужчины. Классно. Такие маленькие. Угу. Все. Поедем мы домой, да, сынок? Да. Все, посмотрели, сделали обзорчики. Всем пока-пока. Всем желаем отличного настроения. Да. Всего самого хорошего. Да. Подписывайтесь на наш канал, да. Пишите комментарии, да. Ставьте нравится, пальчик да. вверх. Да, ставьте нравится, лайк. Угу. Нам будет очень приятно. Да. Всем пока-пока. Да, и да, еще колокольчик нужно. А, ну да. Чтобы не пропускать наши новые видосы. Все, пока. Да. Всем пока. Пока. А вот это вот собачка. Да, эта собачка здесь жила в «Горизонте», в торговом центре. Посмотрите, какие у нее грустные глазки. Эх, жалко. Да, жалко собачку. Тут монеты кладут. И собачка заболела, и она умерла. Да, умерла. Хозяин «Горизонта» установил ей вот такой вот памятник. И тут написано: человечность определяется не потому, как мы обращаемся с другими людьми. Человечность определяется потому, как мы обращаемся с животными. Чак Паланик. Да, очень жалко собачку. Она была как хозяйка «Горизонта». Ей разрешили здесь очень находиться, грустно, да, жить. Обидно. Помнишь, мы когда приезжали в «Горизонт», видели да. ее? Она... Ее снимали, да? Да, она даже где-то есть в наших да. видео, нужно будет да. посмотреть. Можете посмотреть на да. нашем канале. Жалко. Там все. Есть такое видео. Да. Не спасли бедняжку, но она очень болела, у нее живот болел. Живот был раздут, ну, ничего ей не помогло. Она еле передвигалась уже, конечно, последние дни. Людей не очень много. Сейчас быстро темнеет. Вроде бы недавно приехали. Прошло полчаса. Заходили в торговый центр, было светло, сейчас уже темнота. Большая фотосессия. Дети Привет. Мои фоткаются. Все, уже поедем домой. Как всегда, забегали в KFC, я уже не снимала там, немножко перекусили, затем уже пошли в торговый центр. Смотрите, какая красота, это Кюхиланд, уже новогодняя атмосфера, все к Новому году, какая прелесть.
Большой Санта-Клаус. Классно. Смотрите, как на карусельке. Здесь очень много различных подарков, сувениров. Здесь все. И посуда, и постельные принадлежности. Смотрите, как красиво. Я очень хочу купить оленя, высокого оленя, поставить под елку. Интересно, почем они. Нужно будет забежать, посмотреть, сколько стоят такие олени. Мы домой сегодня поедем. Фотосессия продолжается. Зеркает. Нужно будет поехать в Леруа Мерлен, там тоже есть вот такие высокие олени. Я думаю, что там они должны быть подешевле. Кстати, мы скоро поедем в Мегу, в Икеи, в Леруа. И поснимаем Новый год в Леруа. Так что смотрите наши обзорчики. Да, сынок? Ты хочешь себе купить такого высокого оленя? Посмотри, какой. Смотри, под елку поставить. Хочется, да? Ален, я хочу купить высокого оленя.